Где правильно установить новогоднюю елку, подскажут пожарные. В ближайшие дни они посетят все детские сады и школы Северодвинска. Готовы ли учебные заведения к безопасным детским утренникам, знает Алена Губаева. Урок физкультуры у пятиклассников 21-й школы сегодня прервали тревогой. К счастью, учебной. В школу с плановой проверкой нагрянули люди в форме. Инспектируют учебные заведения на готовность к новогодним праздникам. Проверяют места, где будут проходить утренники. Детские сады осмотрели на прошлой неделе. Очередь за школами. 21-я к Новому году оказалась готова. Елки не в проходах, огнетушители рабочие и на местах, эвакуационные выходы обозначены и открыты. Состояние путей эвакуации, исправное состояние, количество необходимое, значит, первичных средств пожаротушения, это огнетушители, значит, исправное состояние систем противопожарной защиты объекта, это сигнализация, оповещение. Кроме того, персонал прошел теоретическую подготовку к праздникам. Учет тренингов ведут в спецжурналах. Школа выполнила и прошлогоднее предписание по обновлению системы противопожарной безопасности. Администрация установила такие телефоны на каждом этаже. Они связаны единым пунктом на вахте. Дети балуются? Ну, балуются, конечно, но уже меньше. И, конечно, это интересно. Вот, ну, поскольку мы знаем, на каком этаже находится у нас каждая трубка, там же они подписаны, поэтому мы имеем возможность сразу же быстренько отреагировать. Оставшиеся школы города проверят до конца этой недели. Первые новогодние утренники стартуют уже в пятницу. Алена Губаева, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска.